четвертая игра с ними будет. А, как, ну, все в штатном режиме, разобрали, посмотрели, физически готовы, осталось выйти и победить. Это просто это разминочное упражнение. Ребята владеют оба шайбой, должны друг друга догнать для разминки, для рук, для ног. Самое такое идеальное, несложное и интересное упражнение. С ребятами работаем на поддержание, так сказать, формы, чтобы они были в игровом тонусе, чтобы они там... Нет у нас таких тренировок, как раньше, убийственных, когда ты именно тренируешься, копаешь, а потом у тебя на следующий день игра. Ты выходишь, а у тебя нет ног, рук, и голова думает не об этом. Поэтому стараемся такое все в игровом ритме, коротенькое, несложное упражнение. Города Ридер, восточного Казахстана. Болеем уже, наверное, лет 15-20, наверное. Команде только победа. Быстрого хоккея нету. Вам времени немного дается, вы начинаете выдумывать что-то. Есть возможность бросать, бросайте, нахрена еще улучшать позицию там. Вратарь тоже не дурак, он тоже выкатывается, тоже ловит. На добивание лезьте. Ну почему надо доводить-то до такого? Белый, у вас какие-то полумоменты. Вы мастера, вы можете из ничего забить гол. Красные тоже давайте, просыпайтесь. Давай второй период. Силантьев в зону вошел. Что дальше? Дальше за ворот опасный пятак, и это гол. Давайте еще раз посмотрим. Закладывает вираж Силантьев. Да, именно он от щитка Шутова шайбу отправляет в сетку. Среднюю. Михайлис, и все-таки пробивает он Шутова. Не ушел без заброшенной шайбы и во втором матче в Астане. Никита Михайлис. Были моменты, когда мы могли зацепиться. Вот, но, к сожалению, это не произошло. Ну, хотя, с другой стороны, в принципе, я не то что рад, да, но нам надо было немножко опуститься на землю. Потому что столько побед, скажем так, они приедаются, и очень сложно мотивировать ребят на такие игры, когда, ну, естественно, они смотрят турнирную таблицу, а вот и думают, что соперник сам отдаст игру. Вот. У нас впереди домашняя серия хорошая, с хорошими соперниками, поэтому нам нужно было это пройти.